Ну, во многих местах там уже не знают, что такое мама, правда? Там просто родитель номер один, родитель номер два. И гендеров там десятками измеряют. Какие там трансформаторы. Это совсем не наша культура. Это совсем другой код какой-то. Там другая моральная атмосфера совсем. Кто они такие? Бандеровцы. Все считают, что какая-то агрессия со стороны России происходит сегодня. Вот у нас в ДТП погибает примерно 30 тысяч человек от алкоголя. Примерно столько же. Важно то, что мы все смертны. Мы все под Господом. Мы будем этот процесс наращивать. Извините, резиновая попа. Все от мамы. Это правда.